Овчинников Александр Павлович родился в 1922 году в деревне Гумнищево, ныне Ярославская область, Ярославский район. В 1937 году окончил 7 классов школы в Москве, а в 1940 году 2 курса Московского железнодорожного техникума. В 1941 году окончил Балашовскую военную авиационную школу летчиков. До июля 1942 года был в ней летчиком-инструктором. Александр Павлович на фронте с декабря 1942 года. Летчик, старший летчик, заместитель командира и командир авиаэскадрильи 66-го штурмового авиационного полка. Воевал на Калининском, Северо-Западном, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м украинских фронтах. Был участником многих операций и битв Великой Отечественной войны. За время войны совершил 144 боевых вылета на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по живой силе и технике противника. За мужество и героизм, проявленный в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года капитану Овчинникову Александру Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны до марта 1946 года продолжал службу в ВВС штурманом авиаполка. С февраля 1952 года майор Александр Овчинников в запасе. Александр Павлович скончался 20 мая 2004 года. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.